Друзья, привет-привет. Всем привет, я тоже умею танцевать. Вообще-то, надо вот спросить у ребят, кто танцует лучше, курочка, цыпленок? Слушай, старый особняк, вон сверху. А, есть старый особняк? Есть, все есть. Я думала, что у нас сейвы слетели. Он будет глючить, наверное, мы сейчас попробуем. Это вот Ultimate... Chicken Horse. Chicken Horse, да, смотри, хоп. Смотри, вот. У нас как раз получилось Chicken и Horse. Chicken и Horse, а Ultimate это я, в принципе. Так, Party Box. О, я тебя вижу, слушай, по-моему, тут что-то обнова ж была. Просто найс. Так, давай, Дашуля, делай. О, у меня вопросы летают, знаки вопросов у меня есть. Тебе их, у меня их нет. Коробочка со знаком вопроса. Отлично, значит, тебе надо будет ее поймать. Ага, хорошо. Ты готов? Готов. Так, о, легче. Ты нормальная у меня. Все? Так, лифт давай. Я не вижу пока. Вот, едет. Да, слава тебе, Господи. Так, давай так, пока. Я забираю коробку, да, с подарком? Да. Есть. Крутей! Иракез курицы, суки! Мне дали иракез. Тебе да. А с чего это тебе дали иракез? Не знаю, мне дали иракез курицы и меня убило. Так тебе и надо. О, Господи. А у меня, кстати, нет тут коробочек. А у меня в прошлый раз тоже не было. Боковые кнопки позволяют вращать блоки. Хорошо. Да ладно. Давай вот тут поставим. Ах ты. Плохой ты человек, Олежа. А мне нравится эта игра. Я знаю, тебе все нравится. Видишь, какой звук? Так, все, тихо. Ага. Слушай, а как же мы поднимемся? А вот это хороший вопрос, Дашуля. Вот это просто изумительный вопрос. Куда ты? Пока. Нет, пока. Чтоб ты грохнулся. А чё ты умерла? Ну, потому что я попала на твою бензопилу. А ты можешь побомбить? Вот покажи, как Дашуля выглядит бомбящей. Просто интересно. Стой, а там был какой-то... Там появляются ништяки, когда ты забираешь. Да, было дело. Так, как бы тебе так вот напакостить? Напакостить хочется, да? Побрежничать. Нажмите, чтобы побеждать. А, побежать. Икс. Оп. Пока. Подожди. Стопэшка. Тихо. Тихо. Блядь. Тихо. Поднимайся. Ах ты, попа вредная. Блядь. Ладно, нет? Я нажму еще раз. Давай. Смотри. Твоя очередь. Сам же виноват. Я не виноват, я ничего не делал такого плохого. Давай, прыгай ко мне. Так. Уики! Стоп, я же должен был победить сейчас. Нет, давай, до свидания. Слишком просто, очков не будет. Слишком просто. Надо как-то так напакостить, чтобы... О, черная дыра. Подожди, я взял черную дыру. Нет, давай, до свидания. Хорошо. Вот тебе. Хорошо, вот здесь первый. А я знаю, как я пройду. Я тоже представляю пример. Я тебе не скажу. Тихо. Я тебе не скажу, как правильно проходить. Подожди. Так нечестно. Все честно, Олежа. Нет! Получила, да? Пока. Получила, да? Давай, до свидания. Ничего не знаю. Удачи тебе. Так. О! Да. Давай-ка возьмем вот это. Так. Так, Шкода, предположим. Давай-ка Шкода... вот здесь. Нет, это нечестно, Дашуля, мы перепрыгиваем. А что, мне это должно волновать? Я себе найду проход. Тихо, пока, Олежа! Удачи тебе в новых мирах. Это просто бомбящая хрень. Интересно, куда попадает курица, если не в магнатницы? Она еще может быть попадает в другие магазины. Так. Ну сейчас ты гадость возьмешь, да? Нет. Конечно. Я гадость брать не буду. Я сделаю просто все красиво. Вот сюда вот я положу. Я же говорю, ты гадости делаешь. Я все сделал красиво. Ты без гадости не можешь. Пошли спокойно. Нет, тихо. Залезем. Блять, да чтоб вы с сыром срали, твою мать, а! Тихо. Даже, Дашуль, все на тебя сейчас. Тихо. Блять, голова кругом идет просто. То есть меня убило и засосало в черную дыру. Прекрасно. Убило, так тебя еще и засосало, да? Давай уберем эту черную дыру. Давай уберем, она мешает. Чуть-чуть так мешает. Ага. Бомбу? Взяла? Да. Хорошо, а я возьму тогда вот эту шнягу. Отлично. Так, куда бы мне тебя поставить? Есть. Гадость давай какую-то сделай, как обычно.
Так, не вредничай, спокойно, все, все нормально. Ты что, как гадости делаешь? Эй, так, мы тут не пройдем, вот так вот давай. Я гадости не делаю, я хочу победить. Моя задача выиграть. Угу. Убрала, тут эти вредности были. Да. Пока. Я по-умному сделаю. Чего мне так делать? Нет, твою мать! Пока, Олеж, удачи. С сыром срали, ублюдки гребаные. Ладно, что делать? Сейчас я пока... А ты меня видишь, да? Вообще-то вижу. Вообще-то отлично. Да. Но я сейчас попробую. Я не уверена, что у меня получится. Ну, постарайся, постарайся. Так. Во-первых, я хочу сюда пройти. Что у нас тут есть? Что я сделала? Тихо. Опачки. Тан-таран-тан-тан. Читерша. Я пью. Таран-тан-таран-тан. Что? Побомби, давай, побомби, бомби не просто. Так ты бомби. Да. Я сейчас боль тебе такую адскую сделаю. Тебе все понравится. Давай. Так, ты там наверху перепрыгивал, да? Только попробуй. Давай сюда. Правильно, молодец, все хорошо сделал. Мы там не пройдем, если ты поставишь. Мы же не пройдем, родная. Ну пробуй. Там кто-то гавкает. Кто гавкает? Никого здесь нет. Тихо. То есть я как разумный человек делаю. Тихо, 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 тихо. Ты капризулька. Да ты капризный. Нет, нет, стоп. О. Что это за глюки? Пока. До свидания. Первый, я был первый, правильно? Нет, я первая. Твою мать. Это я была первая, запомни это, пожалуйста. Нет, я это не собираюсь запоминать. О. Так, а дверь... А, ну хорошо. Ты взял дверь? Автоматический запиливатель дверей называется. Вот тебе. Так, ты была здесь, значит, давай поставим вот сюда. Тебе нравится вредничать, скажи, пожалуйста? Да. Что за дверь? Чтоб ты пройти не мог. Мой цыпа не пролезает здесь. Ну, у тебя толстый цыпа. Спаторий. Бля. Что за ёб... Лифт приехал. Пожалуйста, займите свои места. Меня убило! Хорошо. То есть это хорошо, по-твоему, да? Нет, это нехорошо, на самом деле. Чтоб тебя убило. Чтоб ну ладно, тебя не надо. Не надо, чтобы меня убивало. Хорошо, ладно, я буду сегодня доброй. Ты будешь очень добренькой. Только давай. Вот сейчас я эту шнягу попробую преодолеть, я не представляю, правда. Да чтоб вы... Что это было? Что ты с моим трупом сделал? Знали, я еще... А что, я потрогал твой труп? Да. Приятное ощущение, скажи. Подожди, подожди. А, нижняя кнопка, я поняла. Верхняя кнопка, она опускает лифт вниз. То есть, допустим, если я сверху... Спокойно, спокойно. Блин! Вы сыром срали! У тебя бомбит! Нажмите, чтобы сдаться. Врагу не сдается наш гордый варяг. Надо запомнить. Мне не сдаешься? Не сдаваться. Еще три раунда. Хана тебе. Все, давай. Сейчас я возьму монетку. Нет, монетку брать не буду. Слишком просто для монетки. Так. Ах ты маленькая пипетка. Давай вот так сделаем. Да, Шуля, это нечестно. Это просто... Что, прости? Уровень вредности, ты понимаешь? Что, простите? Пропустите. Это, открой же... О, боже. Боже, боже. А как сюда запрыгнуть? Хороший вопрос. Тихо, тихо. А, тихо, 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 почти... Ну ладно, тихо. Сучка, да что ж такое, а? Я просто, у меня дико горит жопа уже. У тебя бомбит, потому что ты врендит. А, у меня... Тихо. Лошадь легла. Тихо. Нет, где-то сегодня в запредельной реальности легла лошадь, читерская лошадь. Та-т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 а. А курица аутсайдер? Аутсайда. Аутсайда? Фаталити, аутсайда. О, сейчас ты у меня зайдешь, сейчас ты у меня попляшешь. Я сейчас тебя куда-нибудь вот сюда, вот ты понимаешь, ну, а? Это не портал, Риш. А что это? Это просто дверь. Твою мать. А что ты там наставила? Я не знаю. Тихо. Я как грамотный человек буду проходить. Блин. Знаешь, мне даже забавно за тобой смотреть. Тихо, 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 не угорай. Не-не-не-не-не. Пока. Привет. Па-па-па-па-пам. Очков не будет, Олеж. Но ты понимаешь, что остался последний раунд, а я тебя и так уже обхожу на два. Не раздражай твое спокойствие, я начинаю гореть. Потому что ты контролируешь ситуацию спокойно.
Так, я уберу твою дверь, она тут немножко лишняя. Ладно. Так. Олежки бомбит. Он немного не брейдит. Погнали, быстро. Открывай сраную дверь. Цыпка-сан? Что такое цыпка-сан? Не знаю, что такое цыпка-сан. Я ж нажала. Идиотизм. Я вот жду. Так я вот тоже жду. Почему она не так работает, как... Тихо. Здравствуйте. Вы ко мне спустились в гости. Я первая. Я первая. Я ж первее был. Нет, я первая. Очков не будет, но я победила. Я в этой игре... Вы супер лошадь. А, вы супер лошадь. Чуть ничья, если я тебя обходила. Не было написано ничья. Супер. О, и этот не глючит больше. Смотри, шняга. Молодцы, пофиксили. Так, хорошо. Я хочу поменять. Смотри, наверху, по-моему, да? Выбери другого перса, я буду за енотиком. А, точно, енотики. Так, ну ты хорошо, за я за великого барана буду играть. Так, подожди, а что у нас открылось? Где-то... О, тут появился... Да, вот, блин. В особняке появился знак вопроса. Сейчас, подожди, стоп. Тут же я могу переодеваться, смотри. У меня же иракес есть, точняк. Я сейчас выберу еще раз петушка и пойду посмотрю. Слушай, а тут можно реально этот самый... Так, выбор, нажмите А. Нажмите выбор уровня. Сейчас, подожди, где-то же у меня иракес открывался, правильно? Сейчас, дошулю, сейчас я буду искать. Тут ничего. Может, внизу? 0 из 10. Подожди, у меня же точно было написано, что было... Я же открыл. У меня сейчас знак вопроса висит там на том уровне. Да? Серьезно? Угу. О, тут компьютер светится. 0, 0, 0. Сейчас еще раз. 0, 0, 0. И здесь тоже 0, 0, 0. Где у тебя висит? Вот тут компьютер светится. А у меня в старом этом самом вертится. Так, ладно. Давай я думаю... Сейчас я тебе скажу, где у меня что вертится. А у меня новый... Вот, новый уровень, старый особняк. Ну вот, а он и был у нас вообще-то. А мне написано, что-то новый тут. Ну, а у меня подписано, что здесь есть знак вопроса. То есть знак вопроса в прошлый раз, когда у меня был, это новый уровень. Поэтому я предлагаю сейчас открыть именно новый уровень. Давай. Не проходить его целиком. Давай, хорошо, давай. Я так, здесь. Иду. Он сказал. Овца и курица однажды решили поиграть в игру. Слева ты не видишь? Нет. О, бочки не было раньше. Олеж, надо, знаешь, куда нам теперь попасть? Это я тебе расскажу. Вот, ты видишь моего перса? Да. Нам нужно попасть вот здесь подарок. Вот тут подарок. Хорошо, я вот тебе вот бочку ставлю здесь. Давай здесь бочку, а я, наверное, вот так. То есть давай я сейчас его открою? Пожалуйста, давай. Давай вместе его откроем. Давай. Так. Лифт вызвал? Тихо. Давай, так, открывай. Садись. Лишь не падай. Так, спокойно, поехали. Давай. Тихо, только главное не спеши тут. Я просто не вижу, это тебе видно. Есть. Да. Что, новый уровень? Водопад, открыт уровень. Давай, а как выйти отсюда? Как выйти отсюда? Нажать... Вот, смотри, нажимаешь паузу, завершить игру. А как пауза? У тебя это старт. Ага, пауза. Так, я все равно буду за енотика. Да, вон у нас новый уровень. Сейчас приду, меня же выбросило. Водопад. Так, я давай поиграю теперь за лошадку. Оу, привет, водопад. Смотри, водопад, новый уровень. Сейчас посмотрим, новый уровень. Так, давай. 3, 2, 1. Смотри, какие танцы. А куда нам нужно? А вот это хорошего, по-моему, вниз. Или финиш. Старт. Ого. Мы не пройдем с первого раза. Логично. Давай, я вот здесь. А может тут можно как в майне подниматься? Что-то было. Смотри, сдаться? Не, иди в попу. А куда дальше? Прыгай давай. Дашуля? Прыгай давай. А прыгай, что я должен? Я же лошадка. Пока. Все, ты померла? Да. Прыгай в водопад, может ты поднимешься? Нет, я не поднялся, нифига. Вот не буду никогда больше слушать твои советы. Ну я ж не знала. Нет победителей, нет очков. Дарьерын, енот, брендит лошадь. Прекрасно. Так, ну, это мой... вот, значит, нам надо хорошо, наверх. Хорошо, давай вот сюда вот. Зачем туда? Это ты поставила, я да. не ставлю. Так я ж тебе говорю, тебе зачем-то вот здесь давай. О,
Ты должен, наверное... Нет! 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 Чё-то... Нет! Привет! Здорово, финиш! Я с тобой не играю. Почему не играю? Смотри, как радуется моя лошадка. Да я рада за твою лошадку, я не прошла. Ты затащила в прошлый раз, теперь время тащить папки. Папка, до свидания. Так, что это у нас за колесико? Давай-ка его поставим вот здесь. Ты что там делаешь? Гадости. Ой, тихо. Тихо, не надо. Что, упал? Твою мать, да. Случайно. Честно, у нас 1-1 пока что. Отлично, я рада. Нет. Что нет, если да? Нет, что такое? Стрела. Она же будет стрелять. Или прыж... Так. Хорошо, ты хочешь боли? Давай боли немножко. Эй, ты что читеришь? Ах ты болезненный Олежка. Да что ж такое-то, ёпта? Тихо, нет! Это нечестно. Почему нечестно? Нет победителей, нет очков. Я понимаю, почему нечестно? Потому что нечестно. Очень даже найсово. Давай, до свидания. Так, давай вот эту хрень поставим. То есть ты даже не знаешь, что это, но ты ее хочешь поставить? Нет, я не знаю, что это я поставлю. Вот куда-то вот сюда. Давай посмотрим, что оно делает. Давай. Тихо. Твою мать, а. Черт, ты понаставлял тут всякой дряни. Тихо. Блядь! Олежа? Это все ты виновата. Я тут при чем? Да потому что в этом вот. Пока. Нет. О. Давай. А что ты взял? Я? Что-то хорошее взял. А что? Что это за... Это ледогенератор, что ли? Я не знаю, что это, но это что-то интересное. Вот так. Так, сделаем жизнь больной. Больной, да? Ты сам себе портишь. Сделаем непроходи... Лежу! Тихо. Есть! Я первый. Нет! Нет! Отлично. Все, до свидания. Я обиделась. Ничего не знаю, у нас пока один... Ну, 2-2. Одно-одно, 2-2? Одно-одно, 2-2. Так, ладно. Я хотел взять эту штуку. Хорошо, лишь. Пока. Так, хорошо. Ты сюда прыгаешь, да? Давай. А ты же сюда, да? Мы там не пройдем так. Хотя... Так. Вы там знаете. А вот так пусть. А вот это читерский прием, ты понимаешь? Конечно, лишь. Только читеры, только хардкор. Так. Давай, залазим. Я тоже могу первая быть. Оп. Какая разница? Нет, очков не будет тебе. Слишком просто. Надо как-то сделать, чтобы ты померла. По-моему, наоборот должно произойти. Монетку возьми. Нет. Так, хорошо. Вот тут поставим. Да, Шуля, ты понимаешь, что ты сделала там как? Что это было? Объясни, почему а я... А что это стреляет? Я помер вместе с тобой. Да, потому что ты со мной на колючки напоролся. О, господи. Так, ну ладно. Портим жизнь, так портим жизнь. Я уже спать хочу. О, господи. Так. Ну, Олеж, да. Тебе это не спасет. Тут мы не запрыгнем. А не спасет меня, да? Mm-mm. Я уже все подпортила. Олежа? Что? Блядь! Пока! Понаставлял свои гадости. Да, Шуля, вот ты наставила сейчас, да? Хорошо. Колючку поставила, вот и все. Я сейчас ее уберу, не переживай. Еще 3 раунда, учти. Я должен затащить. Нет. Так, нет. Еще когда? Посмотри, нужно боль сделать. Понимаешь, если я буду сносить... А, я могу вот это снести только. Ага. Знаешь, как Олежа! Ой. Блин! Олежа! Я... Ты зачем ты колючку поставила, да, Шулька? Потому что я хотела повредничать. Я вижу, как вот до чего довело вредничество, понимаешь? Давай, до свидания. Ничего не знаю. Так, хорошо. Ладно, давай еще одну. Так, хорошо, сделаем. Окей. Зачем ты как уставишь? Я не знаю, просто. Тихо, вернись. Пока. Прыгай давай.
Как эта шняга должна вернуться обратно? Как-то. Давай. Давай, давай, покажи мастер-класс. Блин, прям в жопу засосачил. Жалко, что ты, знаешь, так не полетел вслед за этой желтой штукой. Хотя. Вот настроили, называется. Строили и построили. Последний раунд. Я должен тащить по черноте. Ладно. Так. Ну, хорошо, давай вот так. Так, надо здесь как-то нам облегчить жизнь. Давай. Вот, я облегчил. Я вижу. Облегчили. Тихо. Тихо. Вернись, эй! Тихо, нет! Облегчила себе жизнь? Лежим. Что? Сейчас тебе в попу опять выстрелит. Тихо. Есть! Ой, меня опять в задницу засандачило. Вот так тебе и надо, Олежа. Тимое дерьмо. Все, я думаю, что пора нам сделать внезапная смерть. Нет? Что такое? Еще у нас есть время! 50 секунд! Нет, я умерла! Что? Что с твоим енотом? Я жива. Ты жива еще? Да. Фига ли. Я уже упала. Быстрей, я вижу! Пока! Подожди, я жива! Я вижу. Блядство, канеблядство. Нет, ладно. Я жива, давай. Еще. Давай, жив. Ты уже мертва, Дашулька. Нет, я должна быть живой. Да прыгай ты, ебля. Что, Леш? Да ничего, я просто импульсивен. Да нет же! Не слишком острый. Да мне тоже вдали достижение. Ой-о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 й. Тихо. Стой. Пока. Я умерла. Ты умерла больше, чем за всю эту самую игру. Твоем. Да только наши трупы. Кацатомия. Падай. Я просто потанцую последние 2 секунды. Ты решила... Ничья. Все, я думаю, что пора сделать перерывчик в этой игрушке. Вам перерывчик, смотри, я могу сделать... Ой, Living Room. Отлично, хорошо. В общем, посмотрели мы новый левел. Угу. О, я... еще походу старый особняк, у меня опять знак вопроса, то есть там еще один новый левел. Я тебе навалял, правильно? Нет, я тебе наваляла. Ладно, я надеюсь, что вам, друзья, понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Угу. И путиняшками. Всего хорошего. Пока-пока. Всем пока.